Сыщики задержали 19-летнего Евгения Селянина. Парень около 3 недель находился в розыске по подозрению в расправе над 21-летним студентом ЮРГУ. Напомним, расчлененное тело парня нашли в этом мусорном баке во дворе дома по проспекту Победы. По горячим следам сыщикам удалось поймать 2 предполагаемых убийц. Третий их соучастник, Евгений Селянин, подался в бега. И вот удалось задержать и его. На допросе криминальные товарищи признались, что на преступление решились, чтобы угнать элитную машину студента и покататься на ней. Расследование этого уголовного дела еще продолжается.